Всем привет! Сегодня хочу показать рецепт самозатвердевающей массы или холодного фарфора без термической обработки. Нам понадобится клей, клей ПВА, крахмал, у меня картофельный на данный момент. Можно кукурузный, вазелин, вазелиновое масло или любое другое масло и глицерин. Пропорции берем 2 к 1. Две части крахмала, к примеру, одна часть клея. Если клей жидкий, то в процессе замешивания можно еще добавить крахмал. И по поводу клея очень много вопросов. Строительный, столярный. У меня на данный момент клей ПВА стандарт. Просто у нас какой есть в магазине клей, тот и я покупаю. У нас нет выбора, нет специализированных магазинов. В видео декор бутылок я показывала клей в желтом тюбике, ярославский. С него тоже очень хорошо получается масса. Составы клея разные, и также массы имеют отличия, но с ними со всеми можно работать. Добавляю чайную ложку вазелинового масла. Можно также взять растительное масло или любое косметическое масло. И добавляю глицерина примерно пол чайной ложки. И был вопрос, где купить глицерин. Он продается в аптеке, так же как и вазелиновое масло. И стоит недорого. И еще добавлю 1/3 чайной ложки кондиционера для волос. Можно не добавлять, но как я говорила в других видео, что продлевает срок хранения массы. И она самозатвердевающая. И при открытом воздухе подсыхает быстро. Кондиционер замедляет процесс высыхания. И мы можем гораздо дольше с ней работать, чем обычно. И все хорошо перемешиваем, соединяем с крахмалом. Масса еще недостаточно густая, добавляю крахмал. Ложка уже трудно замешивается, буду домешивать на столе. Насыпаем крахмал и продолжаем замешивать. И руки обильно смазала маслом. И замешиваем до тех пор, пока масса будет достаточно плотная и не липнуть к рукам. Если у вас масса получилась очень густая, ну бывает такое, переборщили с крахмалом. Это на другие массы также читала в комментариях, что густо ничего не получилось. Не надо паниковать, не надо массу выбрасывать, а просто добавьте жидких компонентов, клей, масло также. Все хорошо соедините, смешайте, и масса ваша восстановится. Уже к рукам не липнет, уже тянется хорошо. Но еще надо немного домесить. Масса уже готова, она при плавном растягивании тянется. А если быстро потянуть, она рвется. Убираю массу в пакет, можно в пищевую пленку. И заматываем без доступа воздуха и оставляем на 3 часа. По истечению этого времени можно с ней уже работать. У меня по времени прошло немного больше 3 часов. Масса отлежалась. И смазываю руки маслом и немножко ее разминаем. И далее покажу ее в работе.
Молды я припудриваю крахмалом, но можно также смазать маслом. Кому как удобно и кому что нравится. Это уже ваш выбор. У этого молда очень сложный рисунок, рельеф, но достаточно хорошо все также вынимается. И отливки из этой массы я также приклеиваю сразу на изделие, и на них они уже высыхают. Клею на клей ПВА. При высыхании они достаточно прочные, без трещин, и легко можно окрасить любой краской. И также из этой массы я лепила розы, цветы небольшие, листочки. Насчет более крупных изделий ничего не могу сказать, так как не делала. Масса хранится в пакете без доступа воздуха и при комнатной температуре. Сушу отливки на салфетке 3-4 слоя, также при комнатной температуре. И примерно в течение 10 часов они полностью просыхают. А если видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, пишите ваши комментарии и не забывайте подписаться на канал. Всем отличного настроения и до новых встреч. Всем пока!